Усё больш маладых спецыялістаў замацоўваюцца на сваіх першых працоўных месцах. Такой інфармацыяй падзяліўся старшыня гомельскага аблвыканкама Геннад Салавей. Падчас першага форуму сельскай моладзі рэгіёна, які сабраў каля 100 маладых спецыялістаў аграпрамысловага комплексу Гомельшчыны. Сустрэча адбылася ў аграгарадку Ціхінішы Рагачоўскага раёна. Марына Чалая з падрабязнасцямі. Асаблівасці сельскага прадпрымальніцтва, будаўніцтва жылля, перспектывы развіцця сельскіх тэрыторый. Падчас дыялогу з моладзю старшыня аблвыканкама Геннад Салавей нагадаў, што для камфортнага жыцця ў вёсцы маладым спецыялістам неабходныя дастойныя ўмовы працы, зарплата і жыллё. Тады моладзь будзе заставацца працаваць з задавальненнем і матывацыяй. Сегодня от вас зависит целом развитие региона. И вы сегодня являетесь модераторами во всех направлениях. И креативность ваша нас очень интересует. И, конечно, мы должны учесть те проблемы, которые сегодня у нас есть, и в области, в части и создания комфортных условий жилья, потому что я уже называл, что у нас действует в рамках указа президента данное направление, и мы этом заинтересованы. Конечно, в первую очередь мы должны учитывать и второй фактор, фактор социальной значимости, который наш день является всеобъемлющим, это, конечно, комфортные условия жизни. И, конечно, в первую очередь, это не должны забывать про условия труда и заработную плату, которая нас еще сегодня тоже волнует. Важный акцент на том, что треба максимально усебакова выходить новое поколение с самого раннего взросту, расповедать о профессиях, об тем, где працуют батьки, родные. Повага до працы повинна формироваться с маленства. А кроме того, заусёды цікава, коли суразмоўцы у диалогу приводят звестки из уласной биографии. Это самый лепший приклад и мотивация для молоде. У открытой размове Геннад Салавей рассказал про свой працовный шлях, який починався у 80-е годы у сельской господарцы. Мне пришлось пройти такой путь своей трудовой деятельности. Я не жалею то, что я начинал сельское хозяйство, не жалею. И на этом, конечно, не собираюсь акцентировать внимание, но я вам скажу, когда мне пришлось начинать свою трудовую деятельность в 70-е годы, вот самая низкая, можно сказать, ступеньки, которая была предложена, хотя те годы, я вспоминаю, очень сложно было устроиться в хозяйство, работать, имея даже высшее образование. Но я учился по направлению от хозяйства, и мне было проще. Конечно, в районе один из прогрессивных пришлось работать и начинать свой труд. И, конечно, ты, когда придя на ту или иную должность, в первую очередь обращаешься на проблемы, которые тебе там нужно решать. И когда ты их начинаешь решать, ты потом видишь, что ты двигаешься вперед, ты не стоишь на месте. То есть решил одну проблему, тебе приходится решать другую. И самое главное, ты когда оставляешь после себя что-то, должен оставлять по себе прогрессивное. То есть когда мы видим, что сделал одно, допустим, даже ту самую дорогу, построил даже какой-то зерночисленный комплекс или, что называю, хранение зерна и другие объекты, ты просто про себя оставляешь вот не путь разрухи. И мы по этому пути шли, и каждый год, даже я вспоминаю 99-е годы, когда я стал руководителем, было сложно работать. Сложно в том плане, что у нас зарплаты не платились. Но мы прошли потом такому пути, что мы имели денежные средства на своих счетах и могли эффективно работать. Молодые люди так само смогли задать свои пытания на прямую керовнику региона у режиме открытого микрофона. Дальше до молоди у нашей области относится пятая частка населения. Это около 270 тысяч человек. Что год у народно-господарчий комплекс региона приходит працевать около 1500 молодых специалистов. Тому одно из пытаний о перспективах будовництва жилья у сельской мясовости. У нас действует и указ президента по строительству жилья. И вы знаете, что за только прошлые годы было 2500 жилья передано переводом долга для молодых специалистов в хозяйствах. И самый главный вопрос то, что сегодня мы не снимаем. И сейчас действует 240-й указ президента, особенно для многодетных семей. И мы рассматриваем вопрос, чтобы вот когда и пропустение Ветковского района президента, мы акцентировали внимание, и нам было тоже уделено внимание, что мы уделили на селе. То есть мы не должны стягивать всех у город, потому молодые специалисты в первую очередь, а мы действуем сегодня в рамках и чернобыльской программы, и не чернобыльской. У нас есть арендное жилье, и я вам скажу, что тот руководитель, который заинтересован в том, что молодому специалисту предоставляют жилье, пускай даже и арендное, это специалист, руководитель будет прогрессивен.
Телеверсію діалогу старшині гомельського облвиконкома Геннадія Салауя з молоддю глядіть у ефірі телеканалу «Білорусь-4 Гомель» 2 і 3 кастричника. Марина Джала, телерадіокомпанія «Гомель».